Всем привет, всем добрый вечер. Довязала следочек. Вот такой вот у меня следочек получился. Связала пяточку. Пяточка у меня 6 сантиметров в высоту, в длину 7 сантиметров. До мыска 17 сантиметров. Мысочек я закрывала на 4 спицы. Вот 4 косички. Вот так мой следочек выглядит. С лицевой стороны. Вот так мой следочек выглядит с изнаночной стороны. Здесь вот у меня еще не закончена эта пара следочка. Я его еще не закончила. Он у меня на 4 спицах. Буду закрывать на 4 спицы. Точно так же будет 4 косички. Вязала я на носочных спицах. Носочные спицы 2,5. Закрываю, затягиваю ниточку крючком. Крючок у меня 3,5. И вот буду вязать теперь из белой пряжи. Белой пряжи, овечья шерсть. Завтра начну вязать следочки из этой шерсти. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи в новом видео.